Здравствуйте, я мама срочника Юрченко Родиона Сергеевича, 16.06.2004 года рождения. Моего сына призвали на службу 28 числа, 5 мая 2024 года. 30 июня он принял присягу, после чего 9 июля его отправили на мыс Тарханкут, как бы проходить учения, но там учения они не проходят. Его, над ним издеваются, его избивают сержанты, звонить не дают, телефон отбирают, заставляют по 13-14 часов стоять на ногах, отдыхать не дают. Посейдон, главнокомандующий ими, сказал, что все жалобы в прокуратуру, ему все равно на это, где он завязан, и сказал, что таких у него тысячи человек, и ему все равно на эти жалобы. Два дня назад мой сын был избит сержантами, где ему сказали, что если поступит хоть одна жалоба, его просто-напросто истребят. Так как он подписал, принял, вернее, присягу, и ему все равно, им все равно, что будет, как будет с ним, что он пришел отдать свою жизнь за родину, его гоняют по-страшному. Не просто избивают, а именно издеваются над ним. Все жалобы, был рапорт, кстати, у него, на переводе, капитан УСБ сказал, что рапорт он этот порвал, что никуда он не собирается его переводить, и его ж не переводы, знакомства там и все тому подобное, ему все равно, так как людей не хватает. Вчера вечером сын позвонил, реально со слезами, увидев сына в слезах, я никогда не видела своего сына плакающим. Сержант избил ногами его по руке, где у него была операция на руке, и сказал, что если поступит хоть одна жалоба, хоть что-то будет сделано на них, хоть какое-то малейшее обращение там в прокуратуру или что-то еще, его просто убьют. Вот. Лично слышала своими ушами, когда сын позвонил мне, к нему подошли, он быстро спрятал телефон в карман, ему было сказано, нецензурной бранью выражено, что он ублюдок, что он такой-сякой, и он будет делать то, что сказано, и их не интересует, где у него что болит. 27 числа, 27.07, 2024 года мой сын находился на стрельбище, то есть прохождение тактики, там как это называется, точно сильно не разбираюсь в этом. В общем, ему гильза раскаленная попала за шиворот, так как был ветер, получил сильный ожог. И этот ожог его, он обратился в медчасть, ему сказали, что насрать на это, не сдохнешь. Скажи спасибо, что не был выстрел сделан в ногу. И Посейдон, главнокомандующий, сказал, если будет находиться хоть одна жалоба, если вдруг, я тебя просто убью. Это лично его слова. Это я все слышала, потому что я не воспитывала сына каким-нибудь расхильдяем. Еще его называют наркоманом, уродом. Говорят, что такой-сякой-пересякой. Ты наркоманишь, ты урод, ты дебил, ты чмо. В общем, матами нецензурной бранью выражаются очень сильно. И сын был, должен был переводиться. 25 или 24 числа на него был составлен рапорт о переводе. Его повезли к психиатру, где он был отстранен от оружия, от нарядов, что ему нужен полный покой. После прохождения психиатра его привезли назад на полигон и так же самое дали оружие и сказали, заткнись, падла, и тому подобное.
ты будешь стоять в нарядах, ты будешь выполнять боевые действия, и это никого не интересует. Прошу, пожалуйста, разобраться в этом и перевести моего сына в часть, так как рапорт был составлен. И разобраться, потому что это уголовные дела, как говорится, и я немножко, может быть, в этом не разбираюсь во всем, но это действительно так есть. И прошу, пожалуйста, таких главнокомандующих просто убрать. Потому что страдает не только мой сын, страдают другие, также самосрочники, и он также сам их избивает и также над ними издевается.